Am 16. Dezember feiert die Republik Kasachstan den Unabhängigkeitstag, der in der Seele eines jeden Kasachstaners nachhallt. Ein Jubiläum geschenkt zu Ehren des 30. Jahrestages der Unabhängigkeit und des Tages des ersten Präsidenten erfreut das neue Haus der Freundschaft, das kürzlich seine Pforten in der Metropole öffnete. Дома дружбы, что это такое? Вообще это центры притяжения сохранения культуры, развития культуры. Отныне абсолютно каждый человек может знать точно, где он может найти в любое время русских, немцев, казахов, евреев, корейцев и так далее. Именно здесь народ отдает, каждый этнос отдает часть своей культуры тем этносам, которые рядом. Ну, к чему это привело, я вам скажу. Вспомните новогодний стол каждого гражданина или каждой семьи. Корейская морковка есть? Есть. Манты есть, бешбармак есть, казы есть, пельмени есть, борщ, салат оливье и так далее. Это ли не знакомство с культурой? Это и есть разнообразие. А немецкий штрудель чего стоит? И так далее. То есть, вот что такое дома культуры. Вот что такое дома дружбы. Вот что такое взаимодействие на уровне этносов. Laut den Leitern der ethnokulturellen Zentren warten sie seit mehr als einem Jahr auf dieses Ereignis. Jetzt finden jeder von ihnen seine eigene Ecke unter einem einzigen Schanerak des Hauses der Freundschaft. В этом помещении есть экспонаты различного направления, есть и книги, есть и какие-то изделия, есть национальные костюмы. Чтобы мы понимали культуры, нравы, обычаи, традиции, чтобы мы понимали в основном основные моменты, где совпадают они. Есть такой язык, называется язык дружбы. И на основании или на основе этого языка мы должны трудиться, работать, жить, помогать друг другу, делиться впечатлениями.